Благодарность от Всероссийского общества охраны природы получил новотрубный завод. Эксперты положительно оценили работу ПНТЗ в сфере защиты окружающей среды. Уже третий год подряд Первоуральский завод попадает в рейтинг Рябинина. На этот раз как предприятие, которое заботится об очистке реки Чусовая. Безусловно, любая работа, связанная со снижением объемов сбросов загрязняющих веществ в реку, она для нашей территории супер важна. Определенные положительные сдвиги есть, и о них надо рассказывать, что все вот эти усилия промышленных предприятий, общественности, они имеют эффект. Операция «Че» – так называется программа Общества охраны природы по защите реки Чусовая. О бережном отношении к Уральской реке одним из первых заговорил публицист Борис Рябинин еще в середине прошлого века. В специальный рейтинг Рябинина сегодня входят предприятия, экологическую эффективность которых подтверждают независимые эксперты. При составлении рейтинга учитывают такие критерии, как снижение воздействия на окружающую среду и реализация экологических программ. У новотрубного завода их несколько. Они направлены на очистку воды и воздуха, восстановление земли, переработку промышленных отходов. Кроме того, по инициативе группы ЧТПЗ создано общественное движение «Город первых», которое в числе прочего занимается уборкой территории вокруг реки Чусовая. На предприятии реализуется масштабная модернизация всего водного хозяйства. А уже построены локальные очистные сооружения цехов 1, 2, 5, то есть построен блок очистных сооружений. В настоящий момент реализуется строительство очистных сооружений цеха номер 8. Помимо вот таких вот масштабных мероприятий, мы также ведем мониторинг за контролем поверхностных источных вод.